Доброе утро. У нас такая погода, я не могу нарадоваться. Так тепло, короче. Наконец-то я прогреваюсь. Я просто эту зиму так мерзла, потому что экономили на отоплениях. А так сейчас тепло, хорошо, блин, наконец-то. Я люблю больше тепло. Я люблю, конечно, зиму, но я очень скучаю за теплом. Сейчас, короче, собираюсь к кумовьям. А, кстати, Христос воскрес. Забыла, запамятовала. Короче, все уже сейчас клюкнули, поели Пасхи, яиц, мясо, я знаю, наверное. А я еду к кумовьям, и мы едем просто прогуляться. Какая-то такая песня у кого-то, рэповская. Вчера так семечек наела, что теперь десну порезала. Там, короче, с самым крайним зубом внизу десна, она как пошматована. Ну, в смысле, не сильно так уже, но чувствуется. Да. Все, сейчас буду собираться. Еще кофе выпью. Все. Сейчас побыстрее кофе выпью. Ну, вернее, Якобс три в одном. Кстати, где его? Наверное, в сумке где-то. Вчера как купил. Я не могу нарадоваться, блин. Блин, сумка ж не тут. Нарадоваться этой погодой. Это, блин, такой кайф. Что такая погода офигительная. Просто, блин, бомба, а не погода. Так уже замерзла. Чудо. За эту зиму. Сейчас. Короче, беру с собой кулечек. Пасху, яйца. Зайду к кумовьям. Ну что, зачем я кошелек открываю вообще? Видите, у меня американский кошелек. Так, вот он. Кофе Якобс карамель латте. Карамель латте. Так спала, короче, вообще как будто не выспалась. Вы знаете, я после вот этих таблеток, вот этих добавка Вамелан. Теперь, короче, как только вечер, я так спать хочу. Ну, хотя их пропила всего лишь 10 капсул. Ну, мне кажется, что это после них. Так, надо еще этот взять, наверное. А может, не надо? Не буду брать. Может, не засохнет лаваш. Я ничего просто не готовилась, если честно. Кстати, из своей одежды я могу только одеть вот этот комбинезон. Он у меня единственное, что между ног сдерживает мои ляхи. Потому что, короче, все остальное в джинсах уже жарко. А здесь чашка. Чашка, ты где? Блин, какая-то противная чашка. Я знаю, где. Я вчера пила чай почти перед самым вечером. То есть я пила чай и спать сильно хотела. То есть нормально все. Чай не виноват. Чай и кофе не виноваты. Кстати, надо одно кофе завести у моря.
Просто у меня кофе я когда-то купила, но оно мне крепкое. Оно мне очень крепкое. А они выпьют. И оно уже, конечно, выдыхается, но... потому что было открытым. Но тем не менее. Может, еще попробуют в дни, когда у них не будет кофе. Потому что они кофеманы. Не могут и на ночь пить. Я же говорю, что вчера, несмотря на то, что я пила чай, я спать хотела и вырубалась. И вот сейчас у меня такое пришло, только вечер там вырубаюсь, все, хочу спать. То есть такая это, может то, что вина, весна, солнышко пригрело, припекло. Вина пришла, осисяй, знаете, как вот в этом... Так, я сказала, что я пол 11 буду у них. Наверное, видео это не загружу. А может, загружу. А может быть, корова, но тоже хороша. У ней такие крылья. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Копыта очень стройные. И добрая душа. Маме сейчас не буду звонить, может она в церковь пошла, так она сейчас пришла, может спать легла, потом, после обеда. Короче, вот такая у меня смесь, та что уже она не показывает. О. Показала. На улице реально жарко. Я даже не знаю, что уже одевать. Вот это этот костюмчик только мне нормально. Больше ничего такого нету. Платье. Я чувствую, я не могу. Я даже иду в этом костюме, я подтягиваю штанины, чтобы мне ляжки прикрывало. Потому что жарко уже от жары. Надо еще попробовать колготки. Там все равно одни купила, они пальцы попродирались. Только одела и все. Хотя таких копыт нет у меня ногтей. Просто такие колготки, что дырка сразу. Надо срезать и попробовать одевать. Может, сейчас и сделаю. Даже под этот, под штаны эти. Тогда, может, и платье можно будет одеть. Было бы классно. А то как-то в одних штанах этих, ну, в одном комбинезоне. А второй, он с рукавами, он уже жаркий для этой погоды. Но все, что я купила больше, я все ношу, как говорится, не снимая, только стирать снимая. Вот эта футболка. Хоть она из дешевых и такая она не очень по форме, но я ее ношу, не снимая. Вот этот костюм. Потом вот тот костюм с рукавами я носила. Аж уже я не молчу про кофту с капюшоном. Я ее так носила, где угодно, когда угодно. Юбка еще у меня красная. Тоже носила. Приезжала до мамы, пока мама не сказала, что жопа большая. И, короче, в общем, все, что... Футболка синяя тоже. Она не рвется, ничего на ней. Было еще трусов двое, но одни... Я когда приезжала, проглаживала утюгом, я их пропалила. Такие классные кубас или что-то такое. И, короче, носки еще были хаймовские. Носки уже по чуть-чуть рвались. Там было 5 пар, и, наверное, 3 пары уже порвались. Только дырочка появлялась, я их выкидала. Разрезала и выкидала, потому что зашивать смысла нету. Даже чисто на энергетическом уровне зашитые носки, оно нехорошо. И вот все, что я купила, все я носила просто, как говорится, до потери ее формы. И вот это уже их надо уже, ну, заменить, потому что уже за год они
Еще черная футболка. Это вообще моя самая любимая футболка. Но она уже такая у меня сейчас поношена. Хотя все равно ее еще можно носить. Просто уже стиранная много раз. Сотни раз стиранная, это точно. Потому что ходишь, потеешь от жары, сразу бегом стирать, сразу стирать, сразу стирать. Но все равно она офигенная просто. Вот то с сердечком с таким. Я все, что я купила, было кроме платья красного. Платье просто на меня не налазит. Но так оно нормально. Если похудеть до той кондиции опять, то платье снова будет налазить. Так что, в принципе, ну платье даже чуть-чуть распоролось там, было сзади так, по шву. То есть уже платье не пошло, не мое. Знаете, есть товары мое, если ты купил и ты его носишь, не снимай, это твое. Если ты купил и оно лежит, то это ты не свое купил. Не надо было его покупать. Тут важно прочувствовать. Так вот, все я купила, кроме платья, мое. Ну, комбинезон, конечно, черный, блестящий, с рукавом он так, соу-соу. Потому что его часто не одевала. Потому что сейчас уже жарко. А перед этим как-то еще холодно было. Ну, в общем, как-то он странно. Может, на какой вечер он нормальный. Ну, комбинезон это ж такое. Это когда в туалет идешь, то снимаешь весь верх. Ну, то есть, либо ты в футболке должен быть, либо ты будешь, если в общественном туалете, то до половины голый. В личке. В туалете. Ну, обычно ж туалет это закрывается, то нормально, короче. Ну, это такое неудобство комбинезону. Ладно, все, буду прекращать, бо я не успею на назначенное время, куда я.